Веселые старты по традиции проводятся на протяжении всего учебного года среди подмосковных школьников. Эти увлекательные соревнования для учащихся 5-6 классов проводятся в виде эстафеты. Каждая команда состоит из 14 человек – 6 мальчиков, 6 девочек и 2 запасных. Каждой команде разрешается пригласить с собой группу поддержки в количестве 12 человек. Мы провели в своей школе конкурс среди шестиклассников, среди 3 классов. И вот класс 6Б выиграл, соответственно, представляет район на таких мероприятиях. Я надеюсь на успех, потому что ребята готовились очень долго, кропотливо. С ними работает наш молодой специалист, первый год учитель работы. Я думаю, все у нас получится. В этом году в волейбольном центре собрались школьники из Одинцовского и Ленинского районов, Власихи, Можайска, городских округов Краснознаменск и Звенигород. Сейчас нам объявили результаты, у нас на 11 баллов, у нас больше всех результатов из всех. Ну, нам нравится, и у нас как бы еще 2 участия. Перед участниками и гостями спортивного праздника выступили титулованные гимнастки со своим показательным номером. Кроме того, соревновались и группы поддержки, которые приехали вместе с ребятами-спортсменами. Зачет команд включалось умение поддержать свою школу. Девиз и кричалки оценивали члены жюри. Не сразу приходят победы, но снова вперед и вперед! Нас перспектива достоинства твердым спортивным рекордом зовет! Именно в таких состязаниях и формируется воля к победе, считают организаторы и участники соревнований. Все призеры зонального этапа получили ценные призы, кубки и грамоты, а победители – возможность сразиться в финальном этапе, который пройдет в апреле. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».